случайно не с наркоза добра. Просто выглядит, что он с наркоза. Так, давайте, братья, мы сделаем водку. На правах самого красивого я начну. Хочу брать, конечно, последний. Так. Едем дальше, ну что ж, на правах того, Так, на правах тамады, на правах будущего, я хочу тебя поздравить. И для меня сегодня эта свадьба для меня чуть немного особенная, потому что мы с Бирюзом играли когда-то вместе, были друзьями. Здесь есть еще одни друзья, у нас есть для тебя маленький подарок. Ты знаешь, наверное, эту уже традицию, которая приходит из одного жениха к другому. Но здесь есть еще люди, которые хотят сказать. Пускай они сначала скажут, а потом мы вручим это все. Так, с кого начнем? Знаю, давай с тебя. Ты самый старший у нас. Всем салам алейкум. Бирюз, брат. Много говорил, но пару теплых слов скажу, пару теплых слов. Батарейка, солнце, радиатор. Нет, я шутка, брат. Ты знаешь, брат. Мы так долго ждали эту свадьбу, брат. Я свою собственную только не знал, как это связано. Брат, зеленая дорога тебе. Мы всегда рядом, поддержим любой момент. Все, так решили. Много говорил, дальше на вас. Спасибо большое, да, сказал пару слов и вас 500 слов брать. Ладно. Так, идем сюда. Не, идем. Так, идем, Аким, сюда, без фата все. Так, Аким, направо, давай. Пару слов с южной стороны уже. Так, салам алейкум. Южный Дагестан на связи. Мой стиха, я так и скажу, за вас не скричал, там это не чизла. Бахтлухой, Санхой. Пусть у вас семья будет крепкой, примерной семьей. Счастья вам, всего самого-самого хорошего. Эти вот друзья, которые здесь сегодня собрались, они вот так просто сплоченно собирались и на хорошее, и на плохое. Еще раз поздравляю, счастья тебе, всего самого хорошего. Салам. Есть кто еще хочет? Отборил, идем сюда. Так, зеленую дорогу уже сказали, поэтому нужно что-нибудь другое сказать, поэтому я тебе пожелаю, чтобы вот с тобой по жизни всегда был испорченный насос. Вот ты спросишь, для чего тебе испорченный насос? Вот спроси меня, для чего тебе испорченный насос? Для чего тебе испорченный насос? Для чего мне испорченный? Потому что испорченный насос тебя никогда не подкачает. Вот такая завуалированная фраза, ты сам должен ее догнать, что это такое испорченный насос. Я желаю тебе счастья, крепкого. Дети, чтобы у тебя были. И так как ты из Лизгинского, я знаю только Сара Лизгия! Спасибо, Майлав, спасибо большое, Майлав, такси подъехало, можешь уходить. Так, идем, Майлав, да? Да, идем. Я не буду говорить шутками, да, не скажу, они достойны, короче. Гораздо раньше мы пути говорили, если ты хочешь жить, быть счастливым один день, выпей вина. Если ты хочешь быть счастливым два дня, выпей вина и вкусно поешь. Если ты хочешь быть счастливым всю жизнь, женись, говорили друга. Я тебя поздравляю, брат, в том, что ты сделал правильный выбор. Я желаю тебе счастья на всю жизнь. От души, брат, и нашему льву. Просто лев, тамада. От души салу тебе, брат. Спасибо большое, брат. От души, так, ну, думаю, настал тот самый момент. Давай мы сделаем вот как. Иди сюда, да. Мы хотим вручить тебе вот этот кубок. Ты знаешь, сколько раз мы выигрывали, да? Будем тебе знать, сколько мы раз выиграли. Давай, дари, и потом пару слов. Пусть это будет твоя самая главная победа в жизни. Вперед! Давайте громкие аплодисменты жениху еще раз. Это первая и самая главная его победа. Немного объясню, что за кубок. Это кубок, переходящий от жениха в жениху. С нашей командой эта традиция у нас появилась давно. Фирзу у тебя недолго будет, я тебе сразу скажу, потому что 21-го будешь сам вручать уже другому. Но тем не менее, это знак жеста, наверное, всех друзей тебе лично. Так, музыкальное предпочтение. Зажигательный вальс. Так, а тут зажигательную лезгинку для наших друзей. Я попрошу сделать всех широких круг. Фирус, я попрошу тебя спуститься к друзьям.